В ЯНАО уже провели более 14 тысяч лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции, в том числе за сутки почти у 700 человек. Для выявления COVID-19 используют тест системы, разработанный государственным научным центром «Вектор». Теперь оформлением сертификатов на материнский капитал будут заниматься работники пенсионного фонда. Обращаться к ним с документами больше не нужно. Сведения о рождении ребенка будут автоматически поступать в Пенсионный фонд России из отделов ЗАГС. Данные о выпуске сертификата направят в личный кабинет матери на сайте фонда или на портал госуслуг. За 3 последних месяца мошенники под видом банковских работников похитили у ямальцев более 30 миллионов рублей. Зарегистрировано около 300 краж. Северяне добровольно переводили деньги махинаторам. Надзорное окружное ведомство просит сообщить в полицию о подозрительных звонках и сообщениях, которые исходят якобы от представителей банков.